не стоит привлекать внимание. Thank you.
здесь мне точно не рады. Тут надо быть аккуратнее. Huh?
Неужели брошь такая вкусная? Потерял что-то? Я очистил брошь для своей племянницы. Положил ее на землю, и она пропала. Наверное, овца проглотила. Весьма голодная овца. Это брошь моей бабушки. Подарок богатого... воздыхателя. Как мне вернуть ее, не причиняя вреда моим овцам? Брошь! Моя брошь! О, небо, мне ее не вернуть! Точно! Глянь, что там! О, боги! Почему я это делаю? Ничего. Нужно продолжать поиски. Что ела эта овца? Здесь ничего нет. Ничего. Нужно продолжать поиски. Ага, брошь. Не в лучшем состоянии. Вот твоя брошь. Фу! Это вонь и лошадь с ног свалит. Возьми уже. Да, брошь нужно помыть. Но племянница будет рада. Спасибо тебе. Больше за такое не возьмусь. Здесь лучше вести себя тихо.
Прежде чем в дом войдешь, все смотри, все огляди. Ибо как знать, в этом жилище недругов нет ли? Всей души. Я всем друзьям расскажу, что разбогател. Я думал, что ты плут, обманщик, но ты не лгал. Храни тебя Бог. Что его так обрадовало? А, мой эликсир.
Скоро он будет на расхват. Сделав глоток, ты засыпаешь, а просыпаешься уже богачом. А ты находчивый обманщик. Я не знаю, как именно работает эликсир, но я не лгу. Вспомни, как радовался тот человек. Он и многие другие вернулись ко мне богатыми, хотя их истории были разными. Давай сюда свой эликсир. Запасы закончились. Чтобы сварить еще, нужно пойти на риск. Ты уверена, что готова принять вызов? Сначала скажи, какой. Что ж, ладно. Ты должна принести мне два ингредиента. Медвежью мошонку и лишайник. И где мне все это искать? К западу отсюда есть медвежье логово. Звери устроились там из-за зимних лисичек. Что до лишайника, он растет в колодце снаружи. Будь осторожна. И где мне все это искать? К западу от что до лиш... Вот и лишайник для эликсира. Держи, я принесла, что ты просил. Отлично. Примусь за дело. Эликсир будет готов совсем скоро. Вот и он. Эликсир чудесного богатства. Прошу. Проклятый зельевар. Похоже, он тоже выпил эликсир. Очнулся здесь и не смог выбраться. Вернусь к зельевару. Посмотрим, знает ли он, что произошло. Thank you.
Эй, Зельевар, что со мной случилось, когда я выпил эту дрянь? О чем мне знать? Сказал же, мне неведомо, как работает эликсир. Но на тебя он подействовал особенно сильно. Нетвердым шагом ты вышла отсюда и бросилась в лес, будто учуяла что-то. Совсем как дикий зверь. Я беспокоился и рад, что ты цела. Твое богатство приумножилось? Можно и так сказать. Я очнулась в пещере, а рядом был мертвец с сокровищем в руках. Раньше такого не случалось. Думаю, это был один из твоих покупателей. Но ему не повезло. Пожалуй, я больше не буду готовить эликсир, пока не разберусь, как он работает. Разумно. Беда.
Thank you.
секунду! Бету, ауфрам! Эндату, энда, фифли! Лети, Сюнин. Það var gaman þig. Hans Gordans bröst på dig.
здравствуй! Наверняка пригодится. Не зря запасаешься. Если что, приноси еще. Уже уходишь? Жаль. Еще увидимся. Чем могу помочь? Увидимся. Надеюсь, скоро вернешься. Уже уходишь? Жаль. Пора. Удачи.
Þessu næst vil ég hafa svín okkar og það veit Þór að við eigum varla nógu. Bær þessum þarnast góð norræn atforsla. Þess áttar sem að temja land úblind og spýta í andlit heljar. Átti jarl vit nokkur, þá ég bannat að fæða í bænum. Munu þau vinna matan, eigum nógu að gera hér. Við erum að blotna, blotna. Расправь крылья, Сюнин. Сюда, воин. Посиди со мной. Послушай историю. Это песня. Ты ходил на Дракаре, верно? И долго. Видишь, что с моими волосами? За много лет морская соль сделала из них сено. Что ж, держись от лошадей подальше. Ха, ты очень быстрая и крепкая, судя по всему. Но ты не из лагеря Рагнарсонов в Рептоне. Иначе бы я тебя узнал. Я из другого клана. Почему ты так далеко от своих? Меня изгнали. Я стар и слаб. Мертвый груз, в общем. Теперь придется привыкать наблюдать за войной издалека. Тут нечего стыдиться. Немногим воинам удается дожить до седин. Ты заслужил отдых. Заслужил ли? Может, я упустил свой шанс? Раньше я знал, что ждет меня впереди, а теперь нет. Смирись. Плавай по морям. Пиши песни, пой их на ветру. Здорово же! Ты молода, но мудра. Тебя и твой клан ждет светлое будущее. Сделаем его еще светлее. Возьми этот ключ. Если будешь в Рептоне, найди у причала мое жилье. Рядом с большим деревом. Внутри мои самые ценные вещи. Забери их. Мне они больше не нужны. Это честь. Это дар старого воина молодому. Да направит тебя Один.
Если окажусь в ректоре, надо будет найти дом старого викинга. Вот и дом старого викинга. Он просил забрать его вещи себе. Здесь столько песен. Чтобы записать их, потребовалось немало времени. Верну сундук старому викингу. Старик, ты оставил пару безделушек. А, ты вернулась? Зачем ты тратишь на меня время? В сундуке записанные тобой песни. Я не могу принять такой дар. Однажды ты захочешь перечитать их. Пусть будут у тебя. Совсем о них забыл. Что ж, вот чем я буду заниматься в своей новой жизни. И только пламя заката сможет тебя остановить. Это мы еще посмотрим. Уже дважды ты восхищаешь меня. Как твое имя? Эйвор. Эйвор. Если боги позволят, я войду в чертог Одина раньше тебя. И когда однажды ты присоединишься к нам, все уже будут знать твое имя. Прощай. Я слыхал, даны косноязычные туго соображают. Разубедишь меня? Люди либо шумные, либо глупы. А ты и криклив, и туп. С большой охотой. Отлично. Вот это флютинг. Побьемся об заклад. Вот. Спасибо.
Что ж, начнем? Я десятки поэтов до ныне успел победить. О, хвастун, с тебя спесь будет сладостно сбить. А, странный язык. Берегись, Юнгульф. Ты невежда, тупица и просто брюзга. Ты, безмозглый болван, балабол и блоха. Не Влад. Юнгульф, ты справишься шутя. Ей с тобой не справиться, Юнгульф. Мои рифмы превыше всеобщих похвал. Зато смысла в них нет, и размер захромал. Это в точку, Юнгульф! Ага. Поздравляю. Твой ум, как топор твой, остер. Без сомнений. Я возьму свой выигрыш. Забирай. Все было честно.
Здесь покоятся останки исполинов. Я начертал символ на камнях, чтобы в будущем люди могли наполнить свой дух силой, что скрыто внутри. Но да будет известно тем, кто хочет услышать здесь голос Божий. Слова его неясны и переплетены древними нитями. Он присутствует здесь. Эти столбы, принесенные гигантами и защищающие нас, стали частью его замысла. Аминь. Это тепло. Здесь нужна осторожность. Thank you.
Остановись, не торопись! Лишь только тот дальше пройдет, кто пароль мне назовет. Что это за место? Здесь логово для тех, кому ночная схватка милее всех у тех. Чтобы драться, скажи тайные слова. Впрочем, тебе узнать бы их сперва. Но не волнуйся, если хочешь войти, где-то рядом подсказку-то сумеешь найти. Остановись, не торопись! Лишь только тот дальше пройдет, кто пароль мне назовет. Не стоит преграждать мне дорогу. Я не какая-нибудь недотрога. Переломлю тебя пополам. Переживешь ли ты такой срам? Ты дружишь со словом? Что ж, как гостя не впустить такого? Входи, входи и готовься драться. Будут зрители выть, а кости ломаться. Начинаем. Попозже. Ждем, к нам все возвращаются. Фризы кое-что придумали. Сжигать или красть их корабли. Грабить не перестанут, но и не сбегут. Они ждут, пока мы будем заняты урожаем. Скотом и молитвы. И сеют хаос, пока мы не в силах им помешать. Когда они нашли на монастырь, рядом с полом Федора. Но и знали, где именно искать ковчеги с мощами. Сейчас важно лишь одно. Бочка пива, которую я оставил в твоих надежных руках. Кто? Они мучили этого. Привязали к быку и метали топоры, пока не убили. Для них это забава. Говорят, они порой убивают рабов, чтобы те служили им и после... А, снова ты! Хочешь добавки? Хочу. Чудесно! А вот и твой противник. Ждет тебя нелегкий бой. Не зря его зовут Стеной. Эдвард из Линкольна. Вот это победа! Вот это дела! Ты порхаешь, как бабочка, а жалишь, как пчела. Никогда не устану я смотреть, как ты бьешься. Надеюсь, что ты к нам очень скоро вернешься. А, снова ты? Хочешь добавки? Хочу. Чудесно! А вот и твой противник. Здесь у нас закон таков. Не жди пощады даже от земляков. Бола из Кента. А?
снова ты! Хочешь добавки? М? Хочу. Чудесно! А вот и твой противник. Пора, наконец, сбить с тебя спесь. Но достойных бойцов не осталось здесь. Со мной придется драться тебе. С чемпионом БББ. Никто здесь прежде не видал, чтобы я вот так вот проиграл. Вынужден сказать тебе, отныне ты чемпионка БББ. Это честь, наверное. С честью носи это звание. Оно твой приз за старание. И помни день, что по праву принес тебе эту славу. До встречи. Больше никто не рискнет бросить вызов тебе. Ты всех сильнее, всех отважнее. Ты чемпионка БББ. Thank you.
Сжечь все, что не унесем! Эй, подойди-ка сюда. Сюда, на помощь! Я сама тут не справлюсь! Помогите! Тут не открыть, только с той стороны. Come on.
Сейчас ты сдохнешь! Прошу, моя семья, она погибла. Их тела нужно сжечь, но огня мало. Если они станут драуграми, то будут мстить. Здесь должно быть что-то горючее. Масло для огня должно хватить. Спасибо, спасибо. Пусть обретут покой. Обретут ли? Ты сказал, что твои родные захотели бы отомстить. Моя вина. Я их убил. Алчность ослепила меня, и теперь я остался один. Мой брат должен был стать наследником отца. Почему не я? Меня считали позором семьи. И правильно. Теперь богатство семьи лежит дома. И мне не с кем разделить радость владения им. У меня к тебе просьба.
Убей меня. В Хельхейме я буду молить родных о прощении. Смерть слишком мягкое наказание. Надеюсь, твоя семья в Хельхейме проклянет тебя. Тут надо быть аккуратнее. Thank you.
это лишь миг. Его не запомнят. Равно как и нас. Ни тебя, ни меня. Конец лишь один. Муки раскаяния? Каюсь лишь в том, что проиграл тебе, незнакомка. Твоя слава не вечна.